Во-первых, я хочу всем сказать, что у нас штаб наш первый, который мы здесь организовали, будет там проводить брифинги, и адвокат со всеми будет готов встретиться там в 2 часа, с ним поговорить. Я сейчас туда пойду, это первое. Второе, мы в принципе удовлетворены тем, что это дело было отложено еще 2 недели, нам дали небольшое время для контроля, сколько мы просили. Еще раз я ощущаю ваше, особенно журналистов, разочарование тем, что это длилось всего лишь полчаса. Видимо, этот процесс будет именно так построен, что мы все будем сюда приезжать, потом уезжать, и все это будет тянуться достаточно длительное время, потому что, наверное, одна из задач... Да, золотим РЖД. Снижать какой-то общественный интерес к этому процессу, сделать так, чтобы он всем надоел. Я еще раз хочу сказать, что я ужасно благодарен всем тем людям, которые приехали сюда меня поддержать. Вот на эти полчаса они специально приехали из Москвы, отложив все свои дела. Ребят, мы обязательно победим в ходе этого процесса, какой бы ни было вынесено решение. Я абсолютно убежден, что мы полностью докажем свою невиновность, и политическая мотивация и политические причины этого процесса что? Всем станут известны. Вчерашнее принятое в Думе в первом чтении законодательства, которое говорит о том, что люди не смогут баллотироваться после того, как они приговорены к тяжким преступлениям, это лучшее подтверждение того, почему проходит процесс. Сейчас я иду в свой наш общий штаб для того, чтобы там был принят. Давайте не будем просто пугать судьи. Пошли. Ну мы сейчас пойдем в это. Тихонечко. Thank you.